Свои 22 года Денис Колотыгин может похвастаться внушительным комплектом наград. Мастер спорта международного класса по тайскому боксу, чемпион Московской области 2015 и, самое главное, чемпион России и мира 2016. И все это после всего 3,5 лет профессионального занятия единоборствами. В мае Денис провел 4 сложных боя в Швеции, завоевав титул чемпиона мира среди молодежи. Приехав с турнира, попал сразу, как говорится, с корабля на бал. 31 мая приезжаю в Москву в 10 утра, и в 2 часа у меня госэкзамен. Просто с сумками, с поезда попадаю. Экзамены Денис сдал успешно. Он окончил Московский университет имени Витте, юридический факультет. И, как любой юрист, отличается точностью и хладнокровием. Это особенно пригодилось ему на чемпионате страны. Во втором раунде Денис получил рассечение. И, то есть, бой был на грани, то есть рефери мог в любой момент остановить. Вот, поэтому мы в третьем раунде сделали такую тактику очень осторожно, то есть там наработана дистанция. И, по большому счету, он был немножко на себя не похож, потому что аккуратничал. Хотя обычно Денис работает довольно агрессивно первым номером. Но все получилось. В весовой категории до 71 килограмма одинцовского спортсмена ждали 4 боя. Среди традиционно сильных команд турнир посетили бойцы из Кемерово, Дагестана и других уголков страны. Всего 46. Сейчас вот исполнилось 22 года на турнире. Прям на турнире отметил свой день рождения, сделал сам себе подарок своими руками. Из 4 поединков 1 удалось закончить досрочно, остальные решением судей. Несмотря на радость, спортсмен уже готовится к будущим боям. Этот чемпионат является отборочным на чемпионат Европы, который пройдет в Хорватии в октябре этого года. На чемпионате Европы в Хорватии и чемпионате мира в Казани можно будет завоевать лицензию на участие во Всемирных играх 2017. Они пройдут в Польше через год. Одинцовские бойцы уверены, там они найдут достойных соперников.